Итак, приветствую на моем канале. Сегодня, наверное, один из самых коротких обзоров, который будет на данном канале, в общем-то. И это Сахатый Рыцарь, фракция Беннерет, эпический герой класса поддержки. Почему обзор будет короткий? Оценки хорошие, а навыков немного, потому можно очень быстро про все рассказать. И, в общем-то, начинаем. Оценки здесь отличные. Единственное, где он проседает, это цитадель магии, поскольку он не подходит по цвету. Там будут слабые удары, в общем-то, жить он там будет так, с переменной успешностью, потому что мы стихия духа и стихия магии будет доминирующая, потому нам там будет тяжело. Да, будут накладываться штрафы, но будет играть тяжело, некомфортно и будут какие-то фейлы. В остальных режимах это такой крепкий середнячок, но на самом деле этот герой не самый лучший, который есть в игре, скажем честно. Про это мы также поговорим, какие есть конкуренты у данного героя, но фракция Беннерет это один из лучших эпических героев. По навыкам, погоня за жертвой, атакует врага два раза, это уже неплохо даже для лавового рыцаря. Каждый удар с вероятностью 30% накладывает штраф скорости, при атаке будет 50%. Штраф скорости с 50% шансом это неплохо. Штраф скорости это большой 30%, полноценный штраф скорости, это полезно во многих режимах. Как видим, здесь и паучка он может где-то подтормозить, и в общем-то замок лавы рыцаря, да, не идеальная оценка, но все-таки выше средней. И ледяной голем здесь мы также будем неплохо себя чувствовать. Как видим, и цитадель духа. На цитаделях и полоска хода режется, и штрафы накладываются на боссов, и цитадель силы отлично. И вот, в общем-то, второй навык у нас мастер охоты. Атака по всем врагам с вероятностью 70% при атаке 100% будет. Накладываем полноценный штраф защиты, полноценный штраф атаки. Перезарядку сокращаем до 3 ходов. Таким образом, мы практически постоянно под штрафами держим. Это и волны, и боссы, и, в общем-то, и роковая башня, и воины фракции. Это очень комфортный герой для большинства режимов. Если он у вас есть, вы уже, можно сказать, все 20-е, 25-е этажи гарантированно закрывать. И можете стабильно обычную роковую башню закрывать последний этаж, забирать там аватарку себе, забирать себе книжки, осколки, в общем-то, комфортно играть, фармить материалы для кузницы. И вожак, это у нас пассивка. Накладывает на союзника бонус меткости 50% на один ход, каждый раз, когда враг сопротивляется его штрафу. Как видим, нету даже ауры, навыков всего активных 2, и пассивка, в общем-то, также, можно сказать, третий навык, что для эпического героя такое небольшое количество навыков казалось бы странным, но здесь все навыки полезны. Лучше так, чем какие-нибудь герои, которые со всех там 3-4 навыков бьют в одну цель. Это вообще было бы странно. Здесь, как видим, такой небольшой набор, но это все эффективно. Как видим, бьем мы от атаки, но база атаки у нас маленькая, потому что мы герой класса поддержки. База защиты, тоже небольшая, здоровье, можно сказать, чуть-чуть выше среднего. Скорость 107 это отлично. Кричан с крит урон. И сопротивление здесь все, можно сказать, минимально. Крит урон на героях поддержки он всегда будет ниже. И сопротивление 30 единиц стандартно. У гномов только чуть-чуть больше. У них, как правило, 45 единиц. Меткость 0. Но образы, как видим, также еще не подвезли. Герой старый. Поэтому достаточно популярный, и, в общем-то, я длительное время его хотел, но у меня есть тхук шипастый, который, в общем-то, ничем не хуже, тоже много чего может делать, но он герой класса защиты и очень больно бьет от защиты. И у Сахатого рыцаря есть очень сильная альтернатива, которая во многом даже лучше. Как многие поняли, это мадам Сарис. Идем во фракцию Темный эльф. Здесь у нас мадам Сарис. Как видим, у нее навык полуночный ритуал. Снимает бонусы со всех врагов. Это дает возможность снимать бонусы скорости, контратаку, бонусы защиты, снимать щиты союзников, там бонусы меткости, очень много из таких бонусы кричанца, крит урона. Мы все это снимаем, а потом еще накладываем штраф атаки, штраф защиты. У нас войдовая стихия на мадам Сарис, и при этом мы бьем без удара.
Соответственно, мы 100% все это снимаем. Как видим, даже шанс не указан. Это просто гарантировано все. Только перезарядка. Мы точим только перезарядку. Здесь все гарантированно происходит. Причем здесь пассивка интересная. Мы можем и страх накладывать. Истинный страх и блок штрафов. Так что мадам Сирис, она на 3 головы выше Сахатого рыцаря. Она на Войтова. Сложность ее получения еще выше, чем у Сахатого рыцаря или Тхука Шипастова. Так что если есть у вас мадам Сирис, она... во всех режимах заходит. Ну, кроме замка Лавого рыцаря, здесь она бьет просто один удар. А так, как видим, оценки поинтересней. И так на арене здесь гарантирована пятерка. Даже в пятом золоте, в платине, мадам Сирис, она есть везде, как раз за счет войдовой стихии. Такой был у нас небольшой гайд, небольшой видос. И, в общем-то, чуть не забыл, напоследок добавлю, что вам пригодится. Вам на Сахатого рыцаря, дай на мадам Сирис и на многих других саппортов, всяких баферов-дебаферов, нужно будет иметь сет расторопности. Можно там два сета скорости плюс сет расторопности и флажок, баннер на меткость, если вы хотите накладывать какие-либо штрафы. Это у нас сет расторопность. Меткость плюс 40 единиц и скорость плюс 5%. Это применимо для многих героев, которые будут накладывать штраф. Очень комфортный сет и, можно сказать, практически бесплатный. Вы гарантированно его крафтите, потому что в подземельях вы можете выбить что угодно. А когда вы крафтите расторопность, вы ставите талисман ранга, талисман редкости, ставите, например, талисман сапог, и какие-нибудь субпараметры, например, вы хотите еще взять там меткость. Вы все это заряжаете и начинаете крафтить. Простота этого сета и, в общем-то, достаточно гарантированно, скажем, получение каких-то предметов, которыми вы действительно будете играть. Это не какие-нибудь там попытки в компании что-нибудь выбить или бесконечные прохождения дракона, чтобы взять там пару каких-нибудь сетов. Здесь вы, накопив достаточное количество материалов, за день можете скрафтить спокойно несколько сетов, еще и под турнир кланов, и неплохо взять очки клана на турнире. В общем-то, выиграть турнир и получить хороший сет. Такое было мое мнение. Всем пока. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.